Деньги, которые сейчас поступят в регион, это первый транш в рамках компенсации за переданный в собственность Федерации медиацентр в Сочи. Сменить собственника объекта еще в прошлом году предложил губернатор Вениамин Кондратьев. Полученные средства распределят по различным бюджетным направлениям. Всего на поддержку казны 44 регионов в этом году выделен почти 21 миллиард рублей.